Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот такую летнюю детскую шапочку крючком. Значит, вот она выполнена в таком цвете, в бирюзовом, и типа поля есть. И связала еще вот такую обычную, без полей. Вот, вязала ее рачьим шагом. Значит, донышко я вязала по схеме салфетки. Вот по этой схеме. Что в этой шапочке, что в этой. Схема одна и та же. И вот этот узор тоже вязала на белой и на бирюзовой. Один и тот же узор. Вот по этой схеме. Схемы я выложу на своих страницах в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке. Можете воспользоваться. Значит, что хочу сказать. Конечно, по схеме салфетки донышко вязать тяжеловато, но научиться можно. И в этом видео я вам расскажу, как вязала я и как можно облегчить вязание, именно беря за основу схему салфетки. Эти два головных убора, этот и этот, значит, я вязала вот белыми нитками и бирюзовыми пряжи денди. И крючком 1,75 миллиметра. Значит, вес этой шапочки 14 грамм всего. А этой 20 грамм. На окружность головы 38 сантиметров. Окружность головы. Я вам просто покажу, что на основе салфетки можно связать донышко. Как это делается? Допустим, вы связали 3 ряда по схеме салфетки. Четвертый ряд вяжите точно так же, как третий. Ничего не меняйте. Затем вяжите четвертый ряд. Свяжите его. И можете еще раз его провязать. То есть по два раза каждый ряд. Единственное, вот где у вас убавление, вот здесь аккуратно. Но если вы будете некоторые ряды вязать по два раза, допустим, вот какой тут, третий можно, четвертый, пятый, шестой можно два раза вязать. А здесь уже идут убавления. Здесь вы уже по два раза не свяжете. Но зато у вас уже диаметр будет увеличиваться. Уже диаметр увеличиваться будет. Вот. А я вязала, значит, таким образом. Я вязала первый и второй ряд. А в третьем ряду я вязала не два столбика с одним накидом, а сначала один столбик. Потом я уже увеличила до двух. Ну, вы увидите в дальнейшем, я вам буду показывать. Значит, кто надумает вязать донышко из салфетки, берите небольшую
чтобы можно было уложиться на донышко и немного на спуск. Вот. Ну и в дальнейшем уже я нашла узор, который подходит как раз по количеству петель. Там я немного подогнала и как раз поместился этот узор. Ну, а вы тренируйтесь, надо когда-то осваивать это, но зато у вас будет эксклюзивная шапочка. Возьмете какую-нибудь, допустим, другую схему и свяжете свою неповторимую шапочку. Что еще хотела сказать по поводу этих головных уборов? Что обвязку здесь можно делать любую. Но я вам покажу эту обвязку. Ну, а здесь я просто рачьим шагом обвязала. Ну, рачий шаг очень хорошо смотрится. Здесь, кстати, тоже край можно обработать рачьим шагом. Также. Значит, можно поля сделать какие? Вот такие, как я связала. Можно поля а-ля капор сделать. То есть от уха вязать вот эту часть до уха. А сзади оставить как вот здесь. Можно связать просто обычный козырек. Но это уже вам решать. Я вот решила в этот раз вот такую связать. Как делать расчет для головного убора, я вам уже в этом видео показывать не буду. Я уже сделала несколько видео с расчетами, поэтому вы уже сами рассчитываете. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить. Значит, в скользящую петлю набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Вывязываем столбик с одним накидом, провязываем вместе с 2 воздушками, затем 2 воздушные петли, незавершенный столбик с одним накидом, 1, 2, провязываем только 2 петли и провязываем 2. Опять 2 воздушные, 1, 2. Незавершенный столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом, незавершенный. Провязываем 2 петли и 2 петли. Итак, мы должны вязать, чтобы у нас этих столбиков было 8 штук. Дальше вяжите самостоятельно. Вот я связала 8 пышных столбиков. Смотрим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вывязываем 2 воздушные петли, 1, 2, и соединяем в вершину пышного столбика. Теперь мы это колечко затянем и вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, которые нам заменят столбик с одним накидом. И 5 воздушных петель будет арка. 1, 2,
три, четыре, пять. Над пышными столбиками вывязываем столбик с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. Столбик с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. И сюда в вершину столбик с одним накидом. И так вяжем по кругу. Вот я связала 5 воздушных петель. 1, 2, вот в третью петлю соединительной петлей соединяем. Вывязываем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, которые заменят столбик с одним накидом. И 2 воздушные петли будет арка. Сюда же вывязываем столбик с одним накидом. Теперь вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. В столбик вывязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же вяжем еще один столбик с накидом. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Крючок вводите в центр столбика. Две воздушные. 1, 2. И сюда же еще один столбик с накидом. И опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик с накидом. 1. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же еще один. 3 воздушные. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Заканчиваем третий ряд. 1, 2, 3. И вот здесь у нас были петли подъема. Арочку оставьте. Так соединяем. И переходим к четвертому ряду. Вывязываем 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же вывязываем еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные. 1, 2. В следующий столбик вяжем 1 столбик с накидом. И сюда же второй. Три воздушные. 1, 2, 3. В столбик вяжем столбик с накидом. 1. Сюда же второй. Две воздушные петли. 1, 2. Над столбиком вяжем 1 и 2. Три воздушные. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Заканчиваю четвертый ряд. 1, 2, 3.
и соединяем. Опять вяжем. 1, 2, 3. Сюда же вывязываем еще один столбик с накидом. Над следующим вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные. 1, 2. Над этим столбиком вяжем только один. А над следующим столбиком вяжем 2 столбика. 1. И сюда же 2. 2 воздушные петли. 1, 2. Над крайним столбиком вяжем 1. Сюда же 2. А сюда вяжем только 1. 2 воздушные петли. 1, 2. Над этим столбиком вяжем только 1. А над следующим вяжем 2 столбика. 1, 2. 2 воздушные. 1, 2. И так вяжем по кругу. Заканчиваем 5-й ряд. 1, 2. И в петли подъема соединяем. Опять вывязываем 3 воздушки. 1, 2, 3. Над столбиком вяжем столбик. Над следующим тоже вяжем столбик. То есть у нас 3 столбика также и осталось, как и в этом ряду. 2 воздушные. Над столбиком вяжем 1. Над следующим вяжем 1. И над последним вяжем тоже 1 столбик. 2 воздушные. 1, 2. И дальше продолжаем. 1, 2, 3, 2 воздушные, 1, 2, 3, 2 воздушные. И так вяжем по кругу. То есть 5-й, 1, 2, 3, 4, 5, 5-й и 6-й ряд вяжутся одинаково. Довязываю я ряд до конца. 1, 2. И в петли подъема соединяем. И переходим к 7-му ряду. 1, 2, 3. Заменят нам столбик с одним накидом. И сюда же вывязываем столбик с одним накидом. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. И в следующий тоже вяжем столбик с накидом. Одна воздушная петля. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2.
И в последний столбик вяжем один, и сюда же второй. Вывязываем одну воздушную петлю. В крайний столбик, столбик с накидом один, и сюда же еще один. Над следующим вывязываем один. И над следующим тоже один. Одна воздушная петля. Столбик с накидом один. Второй. А в крайний вывязываем два столбика. Один. Два. И одна воздушная петля. И так вяжем по кругу. Заканчиваем мы ряд. Одна воздушная петля. И в петли подъема соединяем. Затем вывязываем 3 воздушки. 1, 2, 3. Над следующим столбиком вяжем столбик с накидом. Над следующим тоже столбик с накидом. И над следующим столбик с накидом. То есть у нас как было 4 столбика, вот 1, 2, 3, 4, так и осталось 1, 2, 3, 4. Вот в этом элементе вывязываем одну воздушную петлю. Вяжем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 3, 4. Теперь вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. Над столбиком вяжем столбик с накидом 1. Над следующим 2. 3. 4. Одна воздушная. 1, 2, 3, 4, 3 воздушные, 1, 2, 3. Все. И так дальше вяжем по кругу. То есть вот здесь внутри у нас одна воздушная петля, а между ними, вот этими элементами, здесь 3. Все, и так вяжем по кругу. Заканчиваем 8-й ряд. 1, 2, 3. И в петли подъема соединяем. Вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Над столбиком вяжем столбик с накидом. Над следующим тоже столбик с накидом. Еще столбик с накидом.
и сразу следующую группу столбиков провязываем. То есть мы соединили, уже у нас тут арки не будет. Теперь вывязываем одну воздушную петлю и именно в центральную петлю, не под арку, иначе у вас рисунок некрасиво будет смотреться, а именно в петлю вывязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна воздушная. Вяжем столбики с накидом. 1, 2. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Одна воздушная петля и в центральную петлю вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля, и опять у вас пойдут 8 столбиков с накидом. Вот так должно выглядеть. И так вяжем по кругу. Заканчиваем 9-й ряд. Одна воздушная петля. Центральную петлю 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом, одна воздушная. И в петли подъема соединяем. 10-й ряд. Он точно так же вяжется, как и 9-й. По крайней мере, я так буду вязать. 1, 2, 3. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна воздушная и 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3,
4, 5, 1 воздушная. И опять 8 столбиков с одним накидом. То есть вяжем точно так же, как и 9 ряд. Заканчиваем 10 ряд, 1 воздушная петля. И вот в петли подъема соединяем. Вяжем 11 ряд. 1, 2, 3. Над столбиком вяжем столбик. Над следующим тоже вяжем столбик. А вот эти два центральных соединим. Вывяжем незавершенный столбик с накидом 1 и незавершенный столбик с накидом 2. Теперь провяжем 2 петли и 2 петли. И провяжем остальные столбики с одним накидом. 1, 2, 3. Вывязываем одну воздушную петлю. Дальше над столбиком вяжем столбик с накидом, 1 воздушная, 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 столбик с накидом, 1 воздушная. И дальше вяжем 3 столбика с одним накидом. Один, два, три. А вот эти два объединяем. Вывязываем незавершенный столбик с накидом. Один. И незавершенный столбик с накидом второй. Провязываем 2 петли, 2 петли. Провязываем 1, 2, 3. 1 воздушная. Столбик с накидом 1, 1 воздушная, столбик с накидом 2, 1 воздушная, столбик с накидом 3, 1 воздушная, столбик с накидом 4, 1 воздушная. Столбик с накидом 5, 1 воздушная, и столбик с накидом. Вот, и переходим опять сюда. Вот эти два столбика мы объединим. Заканчиваю я 11 ряд. Вот, провязала 5 столбиков с одним накидом и 1 воздушная петля между ними. Опять воздушная, и в петли подъема соединяем. Все,
Вот у меня получилось такое донышко. Я достигла нужного размера, который мне нужен был, который я высчитала. Вы высчитываете для себя сами. Если вам нужен радиус больше, то вы можете, допустим, увеличивать вот здесь не одну воздушную петлю вязать, а три. Вот. И у вас радиус еще будет увеличиваться. Еще какой-то ряд дважды провязать. Вот я провязала, значит, по одному столбику, а потом два. Дальше у меня три. А вы еще раз два провяжите. Вот два раза у меня по три, два раза по четыре. И вы также можете увеличивать радиус. И теперь я уже вяжу 12 ряд и буду вязать по прямой. Вяжем 12 ряд. Значит, мне вот эти два столбика нужно объединить. Я буду вязать две воздушки, типа как незавершенный столбик. И вот с этим я соединю. Дальше. Над каждым столбиком вяжем столбик с одним накидом. Вот здесь у нас объединены. Значит, вот здесь один только в центре. И вот эти два крайних тоже надо объединить вместе. Для этого вывязываем незавершенный столбик один и незавершенный столбик второй. Теперь провязываем 2 петли и 2 петли. Вот мы убавили. Затем одна воздушная петля. В арку в ананасе соединяем столбиком без накида. Три воздушки. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Три арки получилось. Одна воздушная петля, эту арку пропускаем, а два столбика будем объединять. Провязываем незавершенный один, незавершенный второй, две петли вместе, две петли вместе. Здесь у нас один столбик. Здесь мы объединяли тоже один. Еще один. А эти два объединяем. Провязываем вместе. Раз. Два. Провязываем две и две. И опять одна воздушка. Эту арку пропускаем. Вяжем в следующий столбик без накида. Три воздушки. Раз, два, три. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида, одна воздушная, эту арку пропускаем и объединяем два столбика, то есть провязываем вместе. Итак, вяжем по кругу. Заканчиваем 12 ряд, одна воздушная. И вот мы здесь два столбика объединили. Вот так соединим. Опять вывязываем две воздушные. 1,
2. И соединяем вот с этим столбиком, со следующим. Затем у нас будет один столбик. Теперь у нас, значит, вот здесь мы объединяли, и вот это теперь мы соединим. Незаконченный столбик, незавершенный. И здесь у нас тоже будет незавершенный столбик. Две петли провязываем, провязываем две. Далее вывязываем 3 воздушные. 1, 2, 3. Эту арку пропускаем. В следующую вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. То есть мы выделяем ананас. Столбик без накида. 1, 2, 3. И сюда столбик без накида. 1, 2, 3. Эту арку пропускаем. Вот здесь мы объединяли столбики, провязывали вместе. Значит, здесь у нас будет 1 незавершенный. Следующий будет другой незавершенный. Провяжем вместе. Центральный оставляем. И 2 провязываем вместе. Незавершенный 1. И здесь у нас получается незавершенный второй. Провязываем 2. 3 воздушки. 1, 2, 3. Арку пропускаем. В следующую вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Здесь вяжем незавершенный 1. Здесь вяжем второй. Итак, вяжем по кругу. Заканчиваем 13 ряд. Вот 3 воздушные петли у меня. Здесь мы вместе провязывали. Значит, не надо вот таким образом зайти и соединить. Вяжем 2 воздушные. Вяжем 14 ряд и вывязываем 2 воздушки. 1, 2. Над центральным столбиком вывязываем незавершенный. Вот здесь мы 2 вместе провязывали. Надо попасть в центр. Тоже незавершенный. Провязываем 2 петли и 2 петли. Вот мы соединили. Теперь вывязываем 7 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В арку вывязываем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арку пропускаем. Вот здесь у нас 2 столбика. Значит, сюда в центр нам нужно провязать незавершенный 1. В центральный столбик
провязываем еще один незавершенный и сюда третий. Провязываем только 3 петли и 2. И опять 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арку пропускаем, вывязываем столбик без накида. 1, 2, 3. В следующую столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арку пропускаем. В центр вяжем незавершенный столбик 1. Сюда в центр незавершенный 2. И сюда в центр незавершенный 3. Провязываем 3 петли и 2. И опять 7 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот и так вяжем по кругу. Заканчиваю я 14 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда вершину соединяю. Вывязываем одну воздушную петлю, которая нам заменит столбик без накида. И 4 воздушные петли будут аркой. 1, 2, 3, 4. Сразу в первую арку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вот в эту маленькую тоже столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Сюда тоже вяжем столбик без накида. И так мы вяжем во все арки и над вот этим элементом. Тоже сюда вяжем столбик без накида. Все, и так вяжем по кругу. Ну вот, заканчиваю я ряд, вывязываю 1, 2, 3, 4. Одну петлю пропускаю и соединяю. И вот этих арок из 4 воздушных петель, вот эти арки, у вас должно быть 32 штуки. Переходим под арку. Вывязываем 2 воздушные петли, которые нам заменят полустолбик. И сюда в арку вывязываем еще 3 полустолбика. 1, 2, 3. В итоге получается 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Следующую арку вяжем. 1, 2, 3, 4. В следующую арку. 1, 2, 3, 4. И так в каждую арку должны связать по 4 полустолбика. В каждую арку.